Итак, друзья, вот она сушилка, у которой струна отскочила. Сейчас будем ее ремонтировать. Надо закрепить ее на место. Здесь сварка не поможет. Так что есть более легкий способ, как ее обратно прикрепить. Сейчас покажу. Сейчас я постелю, чтобы полы не запачкать. Вот специально такой отражатель у меня. Так. Сейчас я для съемок все приготовлю. Вот, я поднес поближе камеру. Все настроил, освещение, все. Вот у меня струна, вот это. Ее надо обратно закрепить. Что нам поможет в этом? Нам поможет клей, суперклей, вот он. Монолит. Он здесь, правда, закрыт. Надо его как-то открыть. Здесь пимпочки нету, чтобы его открыть, чтобы потек он. Так, что у меня здесь рядом есть под рукой? О, мышеловка. Так сказать, сейчас мы ей проткнем мышеловкой. Оп. И все. Все, вот так проткнули. Вкручиваем. Отлично. Лопачок убираем. Вот, смотрите, если просто клей нанести, вот я наношу сюда каплю. Но это не поможет. Это только временное явление. Так что для этого нужно? А для этого нужен волшебный порошок. Вот, сыплю сюда. Цыпа. Этот волшебный порошок. Еще раз клей добавляю. Супер клей едва идет. Пустой, что ли? Действительно, друзья, он оказался пустым. Хорошо, от Рютюбика купил для видеосъемки. Нанесли клей, суперклей, и опять этим порошком волшебным. Цыпа. В конце видео я вам покажу, что за порошок у меня волшебный. Вот еще раз. Клей капнули, несколько капель. Так-то делается все за 10 секунд. Это я вам медленно просто показываю, чтобы запомнили. И вот еще раз этим порошком. Зажлезнили. Все отлично. Так, прошло 2 минуты. Поглядим, что у нас здесь. Отлично. Снизу отодрать можно. Это ерунда. Порошок там налит немножко. О как. Хорошо держится. Вообще супер. Не оторвать. Так, ну а весь секрет в этом клее, суперклее. Лучше не монолит. Монолит он меня подвел при съемках. Купил новые тюбики, а они оказались пустые в этом монолите. Так что, друзья, лучше другой клей берите. Не советую этот монолит брать. И волшебный порошок — это у нас обыкновенная пищевая сода. Вот и весь секрет. И клеит очень хорошо. Можно и металл клеить, и пластик, и дерево, все что угодно. Разбавляйте суперклей с содой, и все будет супер.
замечательно клеит, вообще класс. Так что, ребят, пользуйтесь на здоровье. Я знаю, у многих проблемы вот эти, у кого струны отваливаются от этих сушилок. Так что ставим лайки, подписываемся, ждите новых видео.